Я думаю, что основная цель... Potrivit deputatului din fracțiunea Partidului Socialiștilor, Vladimir Țurcan, puterea a primit cu gelozie faptul că șeful statului a reușit, în mod deschis, într-o atmosferă amicală, să discute despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Politica elită Moldova nu привыкла, că у нас есть работающий президент. Президент активный, президент, который собирается перемещаться по миру, высказывать позицию Молдовы, не просить... а высказывать и предлагать что-то обсудить в пользу интересов Молдовы. То, чего не делал никто, будь то предыдущие президенты, исполняющие обязанности президента, то, что не делали ни премьеры, никто практически этого не делал. Потому что все брали под козырек и все. Вот в этом смысле это ревностное. Реакция, ну вот я бы очень хотел бы, чтобы эта реакция была все-таки отталкивалась от того, а как к этому отнесется народ. La rândul său, analistul politic Corneliu Ciurea a salutat faptul că în fruntea Republicii Moldova a venit o persoană capabilă să critique constructiv Uniunea Europeană. Та позиция, которую мы раньше занимали, что только говорить хорошее Евросоюзу, она немножко не оправдывает себя. Вот украинцы, они не говорят все хорошее, они и критикуют Евросоюз, но ситуация их заставляет быть послушными, потому что они во многом зависят от Брюсселя. Мы еще были более послушными. И от этого мы кое-что выиграли, но кое-что проиграли. Тот факт, что теперь у нас есть во власти люди, которые продвигают очень уверенно европейскую интеграцию. Но есть во власти люди, которые критикуют другие люди. Кстати, это нужно сказать. Другие люди, причисляемые к другой партии, которые критикуют Брюссель. Это, с моей точки зрения, шаг вперед. Amintim că în perioada 6-8 februarie, președintele țării Igor Dodon a întreprins o vizită la Bruxelles, unde a avut o serie de întâlniri cu mai mulți oficiali ai Uniunii Europene și cu responsabili din cadrul NATO. Șeful statului a mulțumit reprezentanților UE pentru sprijinul acordat, subliniind în același timp aspectele negative ale acordului de asociere. În plus, Igor Dodon și-a exprimat poziția sa categorică în ceea ce privește deschiderea unui birou NATO la Chișinău.